Настоящее новогоднее чудо произошло на борту авиакомпании «Победы» с сообщением «Волгоград-Москва» вечером 1 января. Где-то посередине пути Деду Морозу вдруг стало плохо, так что он начал трубаться и закрывать глаза, и все это прямо передо мной. Так, стоп, какой еще Дед Мороз и что он там делал? Ну, об этом чуть позже. Так вот, возвращаемся к нашим бородатым. Человека уложили на специальную лежанку, на кадрах он уже без костюма, чтобы облегчить его страдания. По громкой связи спросили, есть ли врач. В итоге подошла девушка, которая предположила, что у парня рухнуло давление. В общем, все шло к вынужденной посадке. Но, к счастью, в Новый год происходят чудеса, и на шатыри шоколадки обтирания мокрыми салфетками дали результат. Мужчина пришел в себя как раз на начале снижения в Шереметьево. Так какие еще Деда Морозы, спросите уже вы? Дело в том, что авиакомпания «Победа» уже который год проводит акцию, по которой любой в костюме Деда Мороза или Снегурочки, пришедший на регистрацию в аэропорт, может полететь абсолютно бесплатно, но только при наличии свободных мест.